Митрополит Казанский Татарстанский Феофан совершил свой первый архипастырский визит в Елабужское и Закамское благочиние. В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы владыка совершил всеночное бдение в Покровском соборе Елабуги, а в сам день праздника возглавил божественную литургию в Свято-Вознесенском архиерейском подворье Набережных Челнов. Кроме того, правящий архиерей встретился с жителями города. После праздничного вечернего богослужения архиерей призвал прихожан внимательно вникать в смысл православия и, не стесняясь, нести в народ Слово Божие. Ну хватит нам бояться! Хватит нам жить по инерции безбожия! Ну дожили до Руси! Богатейшей стране! И много у нас бед! Кризисы, скажется, это все следствие, вот здесь кризис, и в душе. Если мы будем уходить от Бога, путь один. Дебри, ведущие во тьму. Если же мы будем идти к Богу, то свет божественный прольется в наши души, в наши семьи, на нашу страну. И мы еще раз скажем: велика ты, Русь святая и благословенная, Богом удел пречистой Богоматери. Аминь. Утром правящий архиерей возглавил божественную литургию в Свято-Вознесенском соборе Набережных Челнов. Несмотря на будний день, храм был полон прихожан. Хотя митрополит впервые в этом городе, он отметил, что люди в нем живут доброжелательные. А сам город известен на весь мир своими КАМАЗами. На меня Набережные Челны произвели очень хорошее впечатление. Город чистый, ухоженный. Маловато, правда, храмов, прямо скажу. Но думаю, что мы на эту тему будем говорить. Здесь не обязательно спешить, не обязательно строить какие-то большие, величественные храмы. Просто строить попроще, вот так, чтобы была возможность поближе людям. Посмотрите на них, кто откуда приехал. С разных районов, да, довольно трудно бывает добираться. Магазин желаем, чтобы поближе был, поликлиника тоже. И школа для детишек. Должно все быть в разумной достаточности. В этот же день вечером в городском дворце культуры КАМАЗ состоялась встреча митрополита Феофана с духовенством Закамского Богочиния и многочисленными челнинцами. Общение новоназначенного главы Татарстанской митрополии и жителей второго по численности населения города республики состоялось впервые. По завершении встречи прошел праздничный вечер, посвященный празднику Рождества Пресвятой Богородицы.